Обзор по паре новозеландского доллара к американскому доллару, часовой график. После позитивной и достаточно существенной статистики по индексу потребительских цен в Новой Зеландии, что привело к восходящему движению, правда краткосрочному на рынке, новозеландская валюта по большей части вчерашних торгов можно было наблюдать падение котировок новозеландского доллара, который в свою очередь привело хоть и к ложному, но к пробитию нижней границы диапазона, в котором находились котировки на протяжении предыдущих 4 торговых дней. И, соответственно, это демонстрирует усиление продавцов на данном рынке, при всем, что имеется сильная статистика из Новой Зеландии. Это не исключено приведет в среднесрочной перспективе к дальнейшему пробитию данного уровня и достижению уровня поддержки 69,48. При всем при этом на сегодняшних торгах в отсутствии фундаментальных факторов из Соединенных Штатов и из Новой Зеландии ожидаю, что более вероятным является боковое движение над данным уровнем 69,95. Считаю, что по итогам азиатских торгов в понедельник не исключено краткосрочное ослабление американского доллара с соответственным достижением сопротивления 70,52. Но в среднесрочной перспективе ожидаю, что американский доллар продолжит проявлять свою силу в плане публикации более сильных макроэкономических данных, и снижение вплоть до уровня 69,48, скорее всего, произойдет уже по результатам следующей торговой недели.